Всем привет! Сегодня официально вышел Хэллоуин ивент. Ну что ж, надо его пройти. Поехали по порядку. На Плейси Флотс нам необходимо достичь 5 и 10 уровня. 5 необходим, чтобы выполнить первое задание, ну а 10, чтобы выполнить второе задание. Итак, мы с вами достигли 10 уровня. Что же дальше? Нам необходимо на нашем с вами корабле или плоту построить вот такую вот синюю магическую ерундовину. Это наш телепорт. Жмем на него и телепортируемся на другую локацию. На этой локации нам необходимо добраться в космос. Чтобы это сделать, строим легкий плот и привязываем к нему воздушных коней. Прикиньте, такие существуют. В общем, вот они. После того, как мы такого воздушного коня прицепили, мы начинаем активно подниматься в космос. Чтобы выполнить это задание, нам необходимо взлететь на высоту 5000 километров. Но не все так просто. Вот такие вот деревянные огненные снежинки будут нам постоянно мешать. Поэтому на этот случай у нас есть огромный ствол, чтобы отстреливаться от этих снежинок. Но я пошел другим способом. Я просто облепил свой корабль этими воздушными конями. Кони, между прочим, очень крепкие, и если на них упадет снежинка, то бывает такое, что им пофигу. Как только мы преодолеем высоту в 5000 километров, нам необходимо будет продержаться еще 10 секунд на такой высоте. После этого нам дают ачивку и предмет. И поздравляю с прохождением первого задания в этом плейсе. Чтобы пройти второе задание на этом плейсе, нам необходимо достичь 10 уровня, накопить 10 тысяч золотых, построить вот такой вот розовый телепорт и телепортнуться на другую карту. На этой карте нам необходимо сразиться с боссом, но сперва нам необходимо построить корабль, ну или плот, который поможет добраться до этого босса. Можно, конечно, и вплавь, но это будет очень долго. Доплыв до босса, нужно его прикончить. Неважно как, будет это из пистолета или из пушек нашего корабля, главное его прикончить. Ну вот, в принципе, и все. Первые два предмета мы уже с вами получили. Я желаю вам в прохождении ивента удачи, а я пошел проходить задание дальше. Увидимся в новом видосике.